В музее Чувашской выставки открылась выставка «По зову предков Сувар». Ювелирные украшения, монеты, головные уборы. В экспозицию вошли как оригинальные, так и реконструированные экспонаты. Серебряная кладовая – уникальный проект, который призван показать все богатство и самобытность чувашского народа через предметы ювелирного искусства. Не только мы будем демонстрировать в этой кладовой наши богатства, которые мы имеем в фондах нашего музея, но это место, где будем демонстрировать разные выставки наших мастеров, мастеров не только из Чувашии, из других регионов. Серебряная кладовая представит жителям и гостям столицы лучшие образцы культурного наследия. Частная коллекция известного чувашского ювелира – первый современный экспонат в серебряной кладовой. Наши древние предки нам ничего не оставили. Ни дворцов, каких-то шикарных, ни пирамид, как у других народов, ни каких-то других сооружений крупных. Наши предки нам оставили великолепные украшения. Возможность первым представить украшения в специально оборудованном зале Владислав Николаев получил не случайно. На протяжении долгих лет он занимается коллекционированием и реконструкцией женских серебряных украшений и головных уборов. Вот изделия сувары-булгарские, ну, в основном суварские, это с 10 по 14 век. Это вот моя часть коллекции личная. Потом часть этого 17, 18, 19 век, вот это головные уборы. Потом вот реконструкция вот головных украшений, которые я делал. Специально для этого сделал кучу штампов. В рамках проекта был создан первый в России каталог традиционных украшений и головных уборов Чувашии 18-19 веков, изготовленных из серебра и бисера. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.